Друзья, вновь с вами Самсон Безмятежный, на этот раз в очень необычном виде. Как вы могли уже догадаться, речь сегодня пойдет о здоровье. Вот именно такие халатики с шапочками выдают в стоматологических клиниках. Мне их подарили на память. Вот, суть в том, что этот чепчик мне бабушку напоминает, да? Вот бабушка Самсон. Дело в том, что буквально вчера у меня прошла операция по имплантации 4 имплантантов. Я полагал, что операция будет довольно болезненной. Мои ожидания, слава богу, не оправдались. Вот, я к ней очень давно готовился, буквально несколько лет. Я думал, когда же я пойду в стоматологию. Меня даже не цена останавливала, а больше тревога, последствия. Как кости будут сверлить и так далее. Но на самом деле ничего страшного в этом абсолютно не было. Через 3-4 месяца мне вставят новые зубки. И все будет вообще великолепно. После осмотра сегодня у стоматолога он сказал, что все прошло здорово. Никаких последствий нет. И мысль очень проста. Следите за своим здоровьем. Не забивайте на него, как я. Когда был трудоголиком, возвращался в 4 часа ночи под снегом или под дождем с работы, не думая ни о семье, ни о своем здоровье, поплатившись за это хроническим бронхитом, который тьфу-тьфу сейчас прошел. Вот. Так что смело всегда ходите к врачам, ходите к стоматологам, бояться здесь абсолютно нечего. Наоборот, лучше найти хорошего, добросовестного врача, который реально будет вас не лечить, реально будет лечить, а не делать вид, что лечит, и не зарабатывать на вас деньги. Поэтому я лично обслуживаюсь всегда в частных клиниках, и благо рядом со мной, рядом с Титаником есть и хорошая клиника, и стоматологическая клиника. Повезло. Вот, и заботьтесь о своем иммунитете, делайте зарядку, не забивайте на себя. Здоровье оно у нас одно, и оно вам будет очень благодарно, если вы будете о нем заботиться. Всем хорошего, здорового дня, ребята!